Говорят, эти видео настолько залипательные, что просто невозможно не сказать вау. Ну а мы начинаем. Попробуй не сказать вау челлендж. Мне так интересно узнать, что же нас ждет. О, это что, растаявшее мороженое? Ого! Видели, как я выкрутилась? Я сказала вместо вау, ого, ой. Блин. Как он так перепрыгнул? Ах, вот как это... Вау! О, вот из этого делаются мои парики. О, это просто залипательно. Как бы я хотела вот так же нестись, как он, но это надо смелость и сноровку. Вау! Вот это вау, однозначно. Вот это вау. По пятибалльной шкале из пяти. Нереально. Ого, это когда ты хочешь себе реально осиную талию. Ты крутишь огромный обруч. Ого, на шее даже его крутил, мамочка. Господи, вы посмотрите! Это реально? Это как так сейчас произошло? Кто знает? Это же как волшебство. Напишите мне в комментариях, если вы знаете, как он это сделал, каким образом. Это же волшебство. Здесь, кстати, есть сакральный смысл. Когда ты куришь, от тебя рано или поздно останется один скелетик. О, медикаменточки. Это портрет? Это портрет был из таблеток. У меня захватывает дух. Боже, это нереально просто было сейчас. Вау. Вау. О, нет, 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 это все, это просто моя слабость. Я так и хочу запустить туда свои ручища. Кто любит мед? Я люблю мед. Обожаю. Вот так выглядят соты. Это что, мыло? Мыло? Мыло это или что? Похоже на картошку, которую чистят. Но у этой картошки очень красивая кожура. Да, это вероятнее всего мыло. Вы это видели? Это было просто вау! Он запустил какую-то радужную вот такую вот штуку. Это просто краска вот так вылилась. О боже, посмотрите, это кто? Это моя любимая порода собаки доберман. Узнаю из тысячи. Голографическая такая она была, компьютерная. Вот на этой теме я частенько залипаю. А это еще обратная съемка. Это... О боже, это шедевр. Вот так делают обои. Вау! Как люди придумали это все? Это же реально, когда-то это все было просто мечтой, возникшей в голове у кого-то. Потом это все воплотилось, вся эта техника. А, работа какая! Я все время думала, как они делают вот такие аккуратные фигурки из деревьев. Это вон, как оказывается, специальным прибором, специальной пилой. Это что, он очищает грязь? Или что? А под низом новый ковер? О боже, мне нужен этот прибор. Срочно для резки огурцов. Посмотрите, какой он острый. Он режет огурцы. Это, вероятнее всего, режет огурцы на роллы, суши, чтобы нарезать супер максимально тоненько. Это нереально.
Ого! Какой кувшинчик получился после обжига. А это что? Ого, какой ножик. Смотрите, какие тончайшие он пластиночки нарезает. Бумаги! Вот это вот парни, конечно, вообще меня поражает. Паркурщики – это самые смелые люди, одни из. Потому что вот так прыгать – это только супергероям суждено. Ого, круто! Вау, это круто! Это вся семья шла и светилась. Какой закат! Я однажды видела такой, клянусь вам. Вау! Это корабли в гавани? Да, корабли. Это что, ветряная мельница какая-то? Или что это такое? Иллюзия? Красавчик! Молодец! Ой, упал маленький. Ну ничего, зато хорошо забрался. О, как это красиво! И оно еще все переплетается потом. Вот так вот просачивается в друг другу этот оттенок. О, я не могу, это просто нереально. Просто ты одним прибором рисуешь и толстые, и тонкие линии. Боже, вот это праздник! Вот это красиво, я обожаю воздушные шары. Так, что это мы лепим? Ну-ка, удиви нас. О, это цветы? Цветы, да, это какая ручная работа, посмотрите. Что это? Мне больше всего нравятся вот такие всякие гелевые, разноцветные, залипательные штуки. Капелька раз, капелька два. Каждый же камень надо было привязать. Делать нечего, давайте камни привязывать. Так, что здесь у нас? Серфер, я не знаю, как ему страшно. Я вообще боюсь, когда много воды. Глубину боюсь. Как вообще на серфинге, это очень так это адреналинно. Я знаю, что это за штука, но я не знала, что это ручная работа. Ну-ка. Вы посмотрите, в 3D очках это все выглядит совершенно иначе. Девушка, а внутри скелет. Как так нарисовать? Получается, он сделал два рисунка. Вау. Вау, это пончики. Панкейки, печенюшки, няшки, няшки, милашки, ням-ням. Я хочу их, я их съем, ям. Ого, эффектная компьютерная графика. Вот кто же даже заморочился, да? Ого, какая классная компьютерная графика! Он просто рассыпался. Золотые руки у тебя, мужик. А! Это кто? Это кто такой? Вы видели? Напишите мне в комментариях, кто это сейчас был. Что за животное такое? Заливает как будто жидкий гель. Красиво. О, это я знаю, улитка, муцин улитки, очень полезен, говорят, для кожи лица, вот она себе их туда и зафигачила. Я, кстати, знаю, что эта процедура полезная, но я бы не смогла этого выдержать, чтобы по мне кто-то ползал, это очень надо стальные нервы иметь. Вот это я вообще обожаю смотреть, когда смешивают несколько красок, вот так прям их кидают, а потом расчесывают. Кстати, потом получается очень крутой оттенок, который невозможно поддерживать, потому что второй раз так не набрызжешь. Я бы себе просто взяла вот такую картину и повешала в своей белой хате. На свою белую стену. О, у меня есть такой дневник. Сейчас покажу. Это вам.
Ребята, это настолько сейчас было залипательно. Посмотрите это видео еще раз и напишите мне в комментариях, сколько раз я сказала вау. Те, кто угадает, я буду вас лайкать. Я, если честно, не специально ваукала, это так получилось. Иначе просто я не могла отреагировать. Обязательно посмотрите это и это видео, потому что они классные. Не забывайте, я вас очень люблю. Целую.